Привет! Сегодня суббота, утро, и мы едем из Черноголовки в Дубну. Дубна – это научный городок, побольше, чем Черноголовка. Мы хотим прогуляться по ней, посвятить этому делу все выходные и посмотреть на то, как строится в Дубне мост. Сейчас жители Дубны ходят через реку вброд, некоторые вплавь, конечно, но скоро там появится мост. И мы едем посмотреть, как этот мост там будут строить, как он строится уже, там говорят, большими темпами идет строительство. Наконец-то мы в Дубне, гуляем по городу. Илья нам рассказывает про то, как устроен город, про историю, про архитектуру. Мы недавно прошли несколько замечательнейших построек, библиотеки, магазина. А это мы куда идем? Красное здание какое-то перед нами. Это торгово-развлекательный центр очередной. Везде много. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А еще там звоночек такой, нажмите на него и подпишитесь, чтобы приходили обновления. Это потом записывайте. Значит, обращаю внимание на очень интересную надпись. Лимонад курсивом рукописным, как будто бы. Потом, ну, какой-то брусковый лофт написано. А дальше очень смешно. Цех развлечений написано, как будто это неграмотная китайская поделка. У них не было алфавита нормального. И кое-как совершенно невыровненными межбуквенными расстояниями. Какие-то заглавные, какие-то строчные. И получилась вот такая надпись «Цех развлечений». Потрясающая находка. Это настоящее дизайнерское решение. Шрифтовое искусство на высоте второго этажа. А вот там очень интересная надпись. «Атом и солдат». «Атом рабочий». Интересно, она буквами. Очень любопытные буквы. «А». ЛД. Из кирпичей сложно составить хорошие, красивые буквы. Ну и в какой-то степени это удалось. В 2000-х годах стало уже зашкаливать. Соответственно, возникли пробки на плотине. Потом пробки возникли и перед тоннелем. Везде убрали светофоры, и теперь машины большим таким длинным мутным потоком, непрекращающимся, утром туда, сюда, вечером обратно, люди едут, и поэтому все стало очень быстро ветшать, и решили, надо все строить этот мост. Вот. И внезапно так все срослось у них, стали работы. Никто не верил до конца, что это возможно, потому что выделялись постоянно деньги, когда-то они пропадали. Вот. И давно их выделяли и пропадали? Ну, постоянно. Постоянно выделяли, они пропадали, выделяли, пропадали. И в конце концов кто-то стукнул по столу, неизвестно кто. Вот. Сейчас мы вышли на старую площадь, так называемую. Тысяч. Далеко не всем нужен этот мост здесь был, нет, но как бы все равно получается так, что надо его строить. Никак никуда от этого не денешься. Есть люди, которые вообще из своего района не выходят, и на этот мост глубоко наплевать. Ну хотя нет, и дети есть. Но в целом здесь очень часто встречаются алкаши. Они приходят так. Я дико извиняюсь. Ой, это туристы. Пять рублей. Не 50. Обычно в таких случаях они говорят,
не 5, потому что 5 это скорее всего бывает. Надо говорить сумму, которую сложно найти в кармане. То есть мелочи ты уже будешь набирать, ты лучше даже 50 сразу и отвали. А, ну может быть. Вот сюда давайте повернем. Куда? А вот сюда, вот там как раз музей. Музей Дубны находится в пристройке рядом с жилым зданием. Археология и краеведение. Тоже центр притяжения, всем было интересно посмотреть на такой вокзал. Ну, думаю, а потом, когда отгрохали Большой Волге вокзал, конечно, про это сразу же забыли. Вот. А чем отличается на Большой Волге? Что там размеры поражают воображение. Раза в 4 больше. И оба вокзала используются? Да. Все время хотят, норовят закрыть этот вокзал, чтобы его не использовать, и его превратить в центр развлечений. Или что-то такое, но жители резко против всегда выступают, потому что не хочется им оттуда ехать в Москву, им хочется отсюда уехать. Перед нами музей истории, науки и техники. Ой-ой. Закрыт! Ой-ой! Ой-ой! Огромно, это не 10, не 600. Это еще дом можно поставить. Это все сталинская система распределения. Да. Знаменитый дом культуры в Дубне. Подождите, а это не дом ученых? Дом культуры мир. И дом культуры и дом ученых? Да, все сразу. И дом культуры, и дом ученых, и других работников. В городе Дубна есть набережная, но она никуда не ведет. Вот ее конец находится вот здесь, с той стороны дороги. И мы только что по ней прошлись, и нам пришлось переходить дорогу черти знает где, чтобы хоть куда-нибудь выйти оттуда, а не идти обратно. Ужасная развязка. Все, там просто песок. Вот так вот и шли по песку. И всегда это было, и сейчас так. И не надо ничего менять. Нам так нравится. Пришли сюда, то вам придется ехать в Москву, чтобы все посмотреть. Ну и заодно посмотреть Москву, конечно. Что, хоть дальше?
газель больше подорвал. Нет, ну на самом деле не все. Где-то вот так начало, потом переворачиваешь. Очень похоже. И вот все пространство вот это вот не больше. Илюша, а вот это что? Тавровка. Типа домов. Но если доедем, у нее будет на русской. Бедный вот. Тоннель. Сейчас вот. Я тебе потом покажу фотографию, которую проедем я снимал. Через туннель. Этого тоннеля он был совершенно в идеале. В начале 2000-х. В этой части, где эти частные дома, у меня там жил. Дорога хорошая. Ну, вообще мало было машин. Еще когда не было тут моряков, тогда разогнали, потому что сказали, здесь волшебная зона. И, короче, всех согнали. А потом, вдруг а потом там вдруг стало перестало быть типа, охранной зоной, и там настроили коттедж. Построили плотину, а здесь просто, ну, как бы получилась такая... А вот это плотина. Приезжают с коврами, да? Ночуют. Ой. Ковер раскручивают, тепло было. За мной Волга, а на Волге масса рыбаков, очень много рыбаков, они вот там, камеру совершенно не видно, это. Ну там тысячи палаток просто, и они все рыбачат и вылавливают, видимо, какую-то рыбу из Волги, и в Волге становится катастрофически мало рыбы. Пропала практически рыба в Волге, вот несколько птиц вот там плавают в воде, это все, что еще не выловили. И оттуда всякие крабы будут вылазить и закидывать с собой дубну. Вот, кстати, она для этого и нужна здесь, эта вот преграда, чтобы хотя бы часть их потонула. Вот. Очень страшно, там все, телефон отбирают, все отбирают, то есть ничего нельзя смотреть, фотографировать, не дай бог. Очень интересное место. А в ДК, кстати, можно зайти. А там наверняка что-нибудь проходит, какие-нибудь выставки. Может быть. Кстати, здесь художественная школа имеется, очень известная. Один дом культуры в Дубне. В Дубне очень много культуры. Сейчас там проходит выставка картин художников Дубны. Очень много изображений Дубны, картин Дубны, множество аллегорий на Дубну, некоторые деревни, которые расположены рядом с Дубной, а также несколько портретов, связанных с Дубной. Очень было интересно, я только что посмотрел все картины, проникся Дубной насквозь. Да, здесь были другие продукты, то есть и люди отсюда ехали туда, Большую Волгу, там покупали на Большую еду. Волгу, а в институтскую часть. Ну, в институтскую часть, потому не важно. Потому что там было обеспечение у меня, да. А здесь ДМЗ.
Дензе. Здесь, да, Дензе более слабый, считалось, что вот люди второго сорта, как-то так. Почему так, я не знаю. Я считаю, это большой недочет, промах, неуважение. Куда мы идем? Вот это вот там, в особую экономическую зону. Резидентам этой зоны имеются льготы различные. Они освобождаются от уплаты некоторых налогов. За счет этого можно поднять зарплату. Например, мне была таким образом немножко поднята зарплата, когда мы к нему переехали. Ну, это на самом деле хитрость такая. В России налоги платит работодатель за работника. По сути, это твои же деньги, просто ты их не видишь, если ты работаешь в другом месте, тебя просто платит работодатель. Да, может всякое быть, потому что... И это большая сумма, между прочим. Но здесь вообще жизни нет. Как? Я здесь работаю. Ну вот, и жизни здесь нет, пешеходов даже нет. Нет, здесь никак, конечно, здесь все. Сделан такой пустырь, тут же домов должны понастроить. Они их и строят. Кстати, очень интересные квартиры здесь, прям, ну, сразу видно, что фантазия у людей включилась, дали возможность людям. А магазин-то здесь где? Фантазировать, ничего тут нет. Нет ни деревьев, ни инфраструктуры. Ничего нет. Ну, то есть, как есть дороги. Если тебе надо дороги. Жить, то это не вариант. То есть это такой, деньги, как город заброшен. Физалис. Звучит как лекарство. Нет, вообще это есть такие декоративные, рыжие. Сам все время их везде ест. Где найдет? Слушайте, это очень вкусная ягода. У тебя так глаза поменялись. У меня глаза поменялись местами просто. Это очень вкусная ягода. Там у нас случилось гастрономическое открытие только что. Я не ел такую ягоду. А я подумала об этом и подумала, что тебе понравится, но я не могу. Класс. Еще из этих листьев воспринимаешь, как, не знаю... Это как декоративную, да. Декоративную положение. Я решил пошалить, пока тебя нет, и взял камеру. Это сюрприз. Наташа. Этот шар я посвящаю Вселенной. Чё-то Вселенная не дождалась. Ладно, поживет еще Вселенная. О!